Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Вальхейм. Пока я здесь, собственно, болею, сижу, время-то, в общем-то, не теряю. У нас кое-что появилось новенькое в нашем поселении, сейчас я вам это покажу. Вот такая вот построечка, внезапно большая получилась. Я, когда начинал строить, я, значит, начинал с этого круга, и когда завершил его, понял, что, в общем-то, оно уже будет не маленькое получаться, ну, в общем, решил оставить, думаю, не разрушать же его. Застроил, пришлось попотеть, конечно, построить много столбов, чтобы здесь удержалось, чтобы крыша у нас держалась нормально, чтобы она не разваливалась, но, в общем-то, получилось то, что получилось. Это место мы с вами будем использовать для телепортов, это у нас только еще, грубо говоря, начало, только, знаете, основание, мы, скорее всего, здесь какие-то бортики с вами придумываем еще, я бы вообще, наверное, не сделал каменный, но камня пока у нас с вами нет, надеюсь, он скоро у нас появится когда-нибудь. Вот, было бы здорово, ну, поставим телепорты здесь, не то чтобы у нас с вами будет так много телепортов на самом-то деле, да, понятное дело, но просто раз уж такое большое получилось, его мы с вами будем задействовать, может быть, что-то здесь еще потом разместим, а может быть, оставим просто так. И вот здесь у нас с вами местечко неплохое такое получается. Интересно, у нас такая красивая здесь запруда, правда, которая сейчас не видна из-за чертового тумана, который поднялся, конечно же. Вот, но здесь много рыбы плавает, ее даже сейчас он видно немножко. Поэтому я сделаю спуск к воде, скорее всего, здесь, небольшую площадочку, и можно будет стоять рыбачить там, почему бы, например, нет. Ну, в общем, вот такая вот постройка, да, довольно внушительных размеров. Вот так вот она выглядит, с круглой здесь крышей, там в два яруса она идет круглая, а потом вот такая вот обычная квадратная, все прикрывает, дождик нам внутрь не попадает. Все замечательно, друзья. Ну что ж, а мы с вами продолжаем путешествие наше, и мы завалили в прошлый раз деревяшку, да, второго босса, и путь наш лежит в болото. Болото у нас с вами здесь есть, я думаю, что мы с вами немножко поплаваем, мы с вами, может быть, посмотрим, что есть за остров такой еще тоже, может быть, куда-то здесь оближем остров, который, на котором находится наш торгаш, как вариант тоже узнать побольше, что там вообще есть, да, интересненького. Так что, в общем, есть куда стремиться, смотреть, чего, где находить и так далее. Не знаю, у нас, в принципе, есть все обмундирование, которое нужно, но разве что бронзовый круглый щит второго качества, не третьего, но у меня бронзы сейчас нет для него, поэтому я думаю, оставим такой, как есть, там уже у нас, надеюсь, материал новый появится, будем что-то другое делать. Ну, а здесь тоже пока такая бронька, потом посмотрим, что будет появляться. Еда вроде как есть, сейчас, правда, вечереет, уже никуда не пойдем, естественно, так что это с утра уже двинемся, думаю, да, на лодку нашу прыгнем. Заодно можно будет что-нибудь сразу попробовать подобывать, например, потому что там есть даже, так сказать, свой склад, да, куда можно все это дело будет положить. Так что ждем утра и, думаю, отправляемся. Пока пойду, наверное, сейчас пчелок там пособираю и, в общем-то, посмотрю, что где еще здесь можно собрать. А может быть, даже морковки посажу. Хотя морковки у меня сейчас очень много, на самом деле. Ее там буквально весь ящик в ней. Так что пока, наверное, сажать даже ее не буду. Опять же, ну, в общем, да, сегодня мы с вами будем путешествовать, смотреть, что за болота такие, что там нас с вами поджидает. Видел там каких-то опасных дядек, которые очень недобро на меня смотрели, пока я проплывал мимо них, такими прям, знаете, какими-то светящимися глазами. Но испытаем, так сказать, нас, да, и я думаю, что, наверное, еще с собой возьмем зелье на всякий случай, потому что хрен его знает, как говорится, что там такое вообще. Я возьму противоядие, да я все, наверное, возьму, которые у меня есть. У нас хпшечка, это у нас выносливость, давайте 5 возьмем вот так. Я думаю, хватит, в принципе, этого. Так, ну что ж, факел есть, стрелы вроде как тоже имеются, все остальное есть. Давайте сразу прыгать на лодку сейчас прям с утреца и будем отчаливать в ту сторону. Я бы, конечно, мог прыгнуть просто в телепорт и посмотреть, в принципе, этот остров. На нем наверняка тоже что-то есть интересное, но мы с вами здесь проплывемся, и заодно можно будет обогнуть и здесь посмотреть внимательно, что там происходит. А может быть, попытаться что-то с этого... А, стоп, что-то получить. Мы с вами, знаете, что не взяли? Мы с вами не взяли ключ, который нам, возможно, пригодится. Ключ от крипта, который нам с вами выпал с босса как раз-таки получается. Сейчас мы с вами заберем его сразу тогда. Так, он где-то здесь у меня должен лежать. Вот он. Ну, поехали. Ну что ж, вышли мы с вами в воды, друзья. Ветер, как всегда, не хочет быть нам попутным, но пока еще вроде бы наполняет парус более-менее хоть как-то. Не попадает в эту самую темную зону, где он вообще перестанет сопровождать нас. Так, что лодка-то там не тонет случайно. Как-то все странно было. Погрузилась она слишком глубоко. Тут и чайки летают. Ну и мы наш путь держим сюда, сейчас в эту сторону. Опять проплывем здесь. Я думаю, что сюда зайдем. Здесь посмотрим все-таки тоже, что там есть. Интересно посмотреть на островочек, на тот самый. Вот, и посмотрим, может быть, попробуем пострелять тех самых злых дядек как-то из лука, с лодки. Надеюсь, они не умеют плавать. Ну или, может быть, что-то еще интересное тоже с вами найдем. Хотя, честно говоря, в воде там тоже было полно всякого разного. Я не знаю, кусается ли это всякое разное. Возможно, и кусается. Вот и ветер, все. Вот и ветер, все, и, видимо, весло наш лучший друг получается, да? Но путешествие, конечно, будет не быстрым. Конечно, будет не быстрым. Но мы с вами можем как и сюда отправиться, так и здесь можем посмотреть. Может быть, вдруг этот остров небольшой, как мы быстренько оплывем и отправимся в эту часть. Так, ну, пока давайте, наверное, туда нужно тогда плыть, да?
А там уже дальше разберемся. Ветер, пожалуйста, не мог бы ты дуть мне прямо в парус? Было бы так хорошо. Но, видимо, нет. Так, ты еще там? Ну, да, я так понимаю, там темный лес. Ну, мы можем, конечно. Блин, ветер, какой же ты ветер. Просто ужас. Ну, давайте мы развернемся, как раз сейчас ветер в ту сторону, в принципе, дует. Там, по идее, должны сейчас просто наполниться. И мы посмотрим, что там еще за островочек у нас здесь есть. Исследуем. Вижу темный лес, но где темный лес, там может быть вообще все, что угодно, мне кажется. Тем более, другие острова, там, может быть, сочетание биомов, знаете, идет. Поэтому мы с вами... Я думаю, чисто так, знаете, около проплывем быстренько, а потом уже отправимся сюда, тогда вот в сторону как раз. Это здесь-то и находится недалеко. Ну да, тут пока что темный лес, просто самый обычный темный лес. Так сказать, без начинок каких-либо, да? Вроде как, ничего необычного. Но, судя по всему, да, вот обычные луга опять здесь начались. Я смотрю, тут гора какая-то высоченная есть, и похоже, она прям вся в снегах. И довольно высокая, кстати говоря, смотрите-ка, это... Возможно, с вами тоже когда-нибудь в дальнейшем пригодится. Так, сюда есть речка, кстати говоря. Куда-то туда она впадает. Можно, конечно, разведать территорию, но я думаю, что мы так по коридочкам проплывемся, просто будем знать, что здесь есть какая-то высоченная штукенция, покрытая снегом. Ну, а тогда луга, черный лес, все вот это вот. Так, нам сейчас на камни не напороться, главное. Ветер, ты могуч, ты давай нам, блин, дуй в парус, пожалуйста. Ну, конечно, как всегда. Поплывем в обратную сторону, будет та же самая, только уже в другую сторону история. Естественно, по-другому просто быть не может, знаете. Я вот что подумал, пока мы с вами не так далеко отплыли, давайте-ка мы вернемся. Блин, тут Даркаша тоже как далеко плыть. Просто я думал, может быть, взять штуки для телепорта неплохо было бы, да? И вдруг мы с вами какое-нибудь место интересное идем и поставить бы туда телепорт. Хотя, с другой стороны, оттуда, конечно, не унесешь металлы, но зато другое можно унести. Так, ну ладно, остров тоже такой, знаете... Остров-остров, короче говоря. Нам надо разворачиваться и вот туда сейчас плыть. А именно вот в эту сторону, сколько я понимаю, куда-то, да? Давайте развернемся. Ой, сейчас как раз немножко по ветру хоть пройдемся под парусом, побыстрее будет явно. Давай наполняй нам. И мы сейчас отправляемся туда через моря-океаны. Надеюсь, доплывем. Но, судя по всему, насколько я могу это видеть, да, там деревья появляются, хвойные, значит, там, скорее всего, тоже темный лес. Это мы с вами сейчас приплывем вот сюда. Но тут и луга сразу начинаются, и темный лес, и луга. И остров-то, судя по всему, тоже такой, знаете, не маленький. То есть болото были где-то вот там, в той стороне, и там, видимо, они все-таки небольшим биомчиком таким, знаете, были. Но давайте разведывать, потому что нам с вами нужно в любом случае узнать, что где и как. Где нам что поудобнее нам с вами будет делать, да, возможно, пробежаться где-то. Сейчас надо будет домики поставить, какие-нибудь временные. О, а вижу болото, кстати, вот там вот где-то, смотрите, дальше-то. То есть, болото начинается, что ли, не сначала прям? Довольно интересно, кстати, было бы посмотреть. Смотрите, прям, видите, деревья как будто такие вот уже все погибшие, скажем так. Прям спаунер нас встречает, ну ёпрасоте. Это не очень круто. Ну, понятное дело, спаунер этих товарищей, которые нам не товарищи, да? Совсем не товарищи, но мы можем пробежаться, конечно, вглубь сюда, немножко посмотреть, что тут происходит. А вот что-нибудь найдем. А может быть, если мы с вами найдем данжик, зачистим его, полутаем. Хм, да, вот и данжик, кстати говоря. Полутаем кубы, и вот у нас будут запчасти на телепорт, как вариант. Там нужна качественная древесина, но это не проблема. Мы ее нарубим ее в лугах из берез, например. Давайте, давай, грибы пособираю, все обязательно пособираю. Блин, и так и морковки хочется собрать, хотя у нас ее миллион, на самом деле. Да, наверное, хрен с ней морковка с этой. У нас реально очень много, а вот данжик можно было бы зачистить. Надеюсь... Кубов будет довольно много в нем, потому что надо. Ты что ко мне бежишь? На тебе. Разлетелся. Отлично, ну что, пошли в данж. И вот уже, собственно, первый куб есть. На ворота на эти, по-моему, два нужно было, если не ошибаюсь. Ядрич, напугала меня, зараза. Из ниоткуда тут просто заныкался. Так, давайте мне еще кубиков, пожалуйста. О, спасибо, услышала меня игра, давай, да. Вообще меня не видел даже. Так, уже два кубика есть, но мы, естественно, зачистим целиком полностью данж, потому что, во-первых, и драгоценности, и драгошеи всякие разные можно найти, и еще кубики. Ну что ж, это был довольно неплохой данжик, 9 кубов получилось полутать, опять у меня все забито. Так, ну кости мне нафиг не нужны, в принципе, можно их выкинуть дофига, да, эта штука тоже не нужна. Оставим, все, наверное, остальное оставлю, это все может пригодиться, да. И в том числе для врат. Так, ну что, у нас опять вечереет. Лодка у нас, надо не забыть, что лодка у нас именно здесь, сейчас я временную меточку поставлю. Ну, хотя тут данж, понятное дело. Так, лодка у нас, да, корабль точнее, да? Корабль у нас здесь. Ну что, а мы с вами идем в ту сторону, смотреть, что там, болото или не болото. Здесь какие-то были тоже непонятные деревья, там видел, правда, сейчас мы с вами через темень пойдем. Наверное, будет где-то все-таки поспать неплохо было, потому что сейчас ночью полная жесть начнется. Но для этого нам с вами нужно состряпать тогда быстренькую хижину себе.
Ну, поспали как-то, знаете, приятнее. Сразу приятнее, сразу и бодрость, и все остальное. Прям болото оказывается прям как будто здесь рядом, на самом деле. Так, я, наверное, на лодку пока выброшу все самое ценное, возможно, чтобы, если что, вдруг оттуда брать уже непосредственно нужные материалы. Но мы сейчас пойдем посмотрим, что все-таки за болото такое здесь или нет. Вот там какие-то деревья, как будто болотные, издалека мы с вами там видели. Сейчас будем проверять, так ли это на самом деле. Так, кубы выложу, выложу денежки, наверное. Вот это все выложу. Хотя нет, кубы заберу, знаете, я вот так лучше выложу ценности. А кубы, потому что могут пригодиться при постройке все-таки. Ну, как где мы с вами здесь дерево возьмем, не очень понятно будет, конечно. Я имею в виду качественную древесину. Но надо будет луга искать. Луга, по идее, вот там есть у нас. Вот здесь луга, поэтому тут пробежаться, даже если бежаться пешком, то недалеко на самом деле. Так, а мы с вами сейчас идем разведывать, надо только поесть. Давайте сразу захомячим все это дело. Ну, места не то, чтобы у нас с вами много было, но что-то есть. Так, посмотрим. Будем, конечно, весьма аккуратно действовать, потому что... Вот оно. Вот оно. Или это не... Подождите, или это не болото? Или это микробиом опять какой-то у нас здесь попался? Что это такое? Это биом? Или просто такие деревья здесь стоят? Но я в темном лесу такого не видел. Там грейдворфы ходят эти самые. Это интересное место. Так, я вижу так, скелеты, ну там кроме скелетов кто-то бегал, какой-то большой дядька, он побежал к грейдворфам. А здесь очень много скелетов, и это данж или это все-таки болото? Как-то он там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на нас бежит. Я тебя понял, это драур, А, так что-то мы как-то легко его разносим, я думаю, будет сложнее. Там еще один! Нифига себе, здрасте. Ой, со звездочкой сразу, да вы че, да вы че? Скелеты еще, блин, за мной бегут. Это вообще не круто. Так, мне бы бафнуться на самом деле было бы неплохо. Успею? Успею. Бам, все, так, отвали, отвали. Дядь, ну ты что? Ну иди сюда, блин, со звездочкой. Попробуем сейчас. О, я понял. Это ядрить больно что-то. Так, где мои горящие стрелы? Сейчас ты будешь получать. Бам. Он из них-то не особо получает на самом деле, но мы как минимум нашли с вами болото. Значит, какое-то микроболото опять же. Так, ладно, надо пробовать. Надо пробовать бить его тоже. О, давай, нормас, все, минус. Так, скелет, скелет-лучник, что с тебя падает? Потроха, колбаски и трофей нам сами упал. Да ты не стреляй в меня. Колбаски, новая еда появилась, слушайте, это интересно, хорошо. Блин, нам получается, сами нужно здесь ставить тогда какой-то, какой трофей, жесть. Ужас. Потроха, склизкий кусок внутренности, ew. Так, ладно, это мы разберемся. Я, наверное, пока здесь оставлю камни и древесину. Судя по всему, прям болото здесь недалеко. Вот, ну, как бы, по крайней мере, микроболоты какие-то. Пока что оставлю здесь все, наверное. А там уже, если надо будет, то заберем отсюда, опять же, если надо будет, да? Так, я пока заберу с собой вот это заберу. Это не надо мне, наверное. Это возьму с собой. Грибы оставлю тоже. Ну, это тоже выложу пока, ладно, вот так вот. Просто, чтобы места побольше было. Если там вдруг что-то новенькое еще у нас с вами будет, то мы хотя бы сможем подзалутать это. Ну, скелетов там прям уйма. Ну, давайте посмотрим, что же здесь все-таки еще есть. Тут они явно дрались с этими товарищами. Ага, здесь сундучок у них. Заберу стрелу, мне, наверное, не надо. У меня огненные, в принципе, есть и хорошо. Ну да, это, видимо, микроболото, окруженное черным лесом. Прикольно. Ой-ой-ой-ой, что такое еще? Так, слышал какой-то звук сейчас, дурацкий был. Сгустень. Так, ядрить он прыгает. Еще и дождь начался, еще и драугр, да вы что, издеваетесь? Откуда же ты появился там, дружище? Тебя там не должно было быть. Так, сгустень уже это, отсгустись, пожалуйста, разжишься как-нибудь. Он сейчас горит. Сгоришь? Не до конца, зараза, сгорел. Так, ладно, драугр, что-то место такое, конечно, такое себе драться с тобой. Но я думаю, что мы здесь вряд ли что-то найдем с вами, кроме того, что здесь есть. Да что ж ты не блокируешься так? А, у меня щита, потому что нет. Тихо-тихо-тихо, не отлететь бы сейчас. Не отлететь бы сейчас, мне поесть бы еще неплохо было бы сейчас. Погоди, дружище, я немножко отбегу от тебя. Давай. Иди сюда. Так, еще один удар, мне кажется, я не переживу, поэтому я сейчас лучше подрегенюсь маленько. Понял, так. Теперь я. Все, разложился. И с него падают опять же потроха. То есть потроха для колбасок, я так понимаю, правильно, да? Ну... А сгустень-то где? Сгустень? Надеюсь, ты не задеспаунился. Вот там что-то есть. Это, возможно, не с него. Да, это, похоже, какие-то просто обычные штуки. Блин, он либо ушел, либо здесь... А, вон он ползает, да? Это ты же там ползаешь. Так, что за звуки только что были? Как будто кто-то то ли летел, то ли что-то такое. Мне это не нравится. Оказалось, возможно, ладно. А я могу на это дерево забраться?
Да, откуда эти звуки? Что за звуки? Так, там еще драугры стоят. Я могу забраться по дереву, серьезно, а куда? Куда это меня приведет? Никуда меня это не приведет. В могилу мою разве что, да, наверное, скорее всего. Окей. Интересно, эти ребята. Так, минус гусень там, кстати говоря, но с него я так... Наверное, что-то должно было выпасть. А вот ребята, интересно, могут забираться сюда или нет? Где-то только что один стоял же, дружище был. Там еще плескаются, видимо, эти ребята, да, я так понимаю. Нам нужно другие болоты искать. Ой, это кто? Это скелет. Две звездочки, нифига себе. Так, лучники такой себе, конечно. Понял, давай. Давай. Ты тоже не очень меткий, да, я смотрю. Ладно. Мы оба с тобой не очень меткие. Ну, ой, привет. Что-то прямо тут спаунится и спаунится, слушайте. Ну, короче, нам нужно пробежаться по болотам по этим. Колбаски мы с вами какие-то новые нашли. Потроха еще, кстати говоря. Еще трофей. Трофей прям бодро падают. Черный лес. Ну, я так сейчас кругом здесь пробегусь, чисто посмотрим, что, сами, что здесь можем найти. Но я сомневаюсь, что это, видимо, какой-то реально мини-биомчик здесь. Ну, в общем-то, ладно, к ним я более-менее вроде как приноровился, к драуграм, к этим самым. Тут у них потроха везде разбросаны. Так, а что за сгусть не падает? С него падает что-либо вообще? У нас место есть? Есть. Сли... Блин, тут дофига, конечно. Слись. Выходи. Вон там еще они идут. Очередные товарищи. О, нифига себе, всадил неплохо. Все, отъехал, отъехал, молодец. Так, мне нужен слизень. Вот. Ты там явно бурлишь, да, или нет? Или мне показалось? Пиявка? Это еще кто-то новый. Я думаю, лучше с ним тоже особо открыть не водиться. А где она? Я не вижу. Вижу только надпись «Пиявка». Все, минус пиявка. А с ней что-нибудь падает? Вообще ничего? А, о, нифига. Так, какие-то медовухи, что-то еще там появилось. Найс. Потроха еще. Так, ну ладно, здесь мы с вами посмотрели. Как бы реальный микробиом такой получился. Я думаю, нам стоит отсюда уходить. Не буду здесь ставить телепорт никакой, он здесь особо-то не нужен. Только новых мопчиков и новые рецепты у нас с ними появились. Это хорошо. Туша, кровавое месиво. Фу, неправда, фу. О, погода распогодилась сразу, как только вышли из болот. Ну что, тогда давайте, наверное, сюда отправимся. Вот к этим болотам, которые здесь я видел. Они вроде были чуть побольше, но не особо на самом деле. Плюс-минус, может быть, такие же. Но тогда сейчас с вами сюда и вот к этому острову. К нашему, где остров, где торговец. Тоже там проплывемся, посмотрим, что там есть. Может, там где-нибудь что-нибудь будет. Да, здесь явно болото повнушительнее. Вот они прям начинаются. Но опять же, с лугов начинается, что, в общем-то, хорошо. Потому что мы спокойно можем здесь поставить это себе, допустим, тот же самый телепорт. Поставить себе домик, да? И потом уже ходить в болото тогда, если надо будет. Здесь я чувствую уже вот такие, знаете, попросторнее они явно. Потому что вот оно. Мы дошли до них. Конечно, спуск такой себе не очень удобный, но... Явно там что-то побольше будет. Слушайте, как любезно со стороны игры. Она, в принципе, нам здесь уже дом предоставила. Вот, прямо около болот. Практически. Я думаю, что мы с вами, наверное, здесь тогда займем его, да, с удовольствием. И потом можно уже болото... Я, наверное, здесь уберу сейчас метку. Здесь болото поставлю. Не, все-таки мы с вами здесь свой подальше чуть-чуть домик сделаем, чтобы не впритык хотя бы было, знаете, вот здесь. Вот хорошая полянка такая есть. Тут-то у нас с вами будет располагаться оно. Ну ладненько, что ж, домик наш с вами готов. Давай сразу кроватку здесь займем тоже, в общем-то. Сейчас осталось только портал здесь поставить, и можно будет прям домой переместиться. Правда, корабль у нас с вами здесь остается, да, со всякими ништячками. А мы их можем как раз забрать и тоже телепортировать вместе с нами. Либо сейчас взять корабль, отплыть домой, или отплыть куда-нибудь сюда. Все-таки посмотреть, что здесь тоже есть, а потом уже болотами заняться, тем более у нас здесь сейчас все будет готово. Я думаю, так и сделаем. Я думаю, так и сделаем. Вот, но для начала давайте все-таки с порталом разберемся. У меня опять дерево закончилось, да, не хватает. Ну, пойдем сейчас немножко порубим еще. Благо, древесины вокруг много. Целые леса стоят. Ну что ж, вот и телепорт, в общем-то, у нас с вами готов здесь. Нам в любом случае нужно будет домой, потому что... Сплавать именно, потому что... Тут у нас с вами сейчас телепорт назван по... Вроде как... А я не помню, куда у меня там телепорт был, по-моему, то ли Тарьяшу, то ли еще куда-то. Но, в общем, в любом случае, как раз вот можно будет и пару телепортов еще поставить, там, на нашем уже местечке, да? Чтобы можно было всегда куда-нибудь прыгать. Ну что ж, мы пока с вами отчаливаем отсюда, и сейчас так вдоль бережка пройдемся, думаю, до тех, кто же болот. Но я думаю, что это продолжение все-таки тех, которые мы с вами здесь нашли, да, естественно. Тот же самый остров, получается. Давайте глянем. Да-да-да, это оно и есть. То есть, все-таки он довольно обширный здесь биомчик, но я бы хотел сюда еще заплыть.
В общем-то, было бы неплохо посмотреть, что там есть. Может быть, так сейчас с вами и сделаем. Так-то довольно, конечно, долгий путь. У нас с вами еще места сейчас толком нету, нифига, да? Все здесь уже заложил. Тогда, возможно, лучше все-таки домой сбегать, разгрузиться. Заодно глянуть, что там можно делать. Какие-то новые колбаски появились, еще что-то такое. Так что, как вариант, в общем-то, довольно, мне кажется, неплохо будет. Так, давай-ка, ветерок пока есть. Мы отправимся. Нам, значит, нужно с вами сейчас тогда вот сюда. Вот этого курса придерживаться пока что, да? Примерно, давайте немножко повернем. И поехали. Итак, друзья, мы с вами дома. Давайте глянем, что там за новенькие рецептики у нас с вами появились. Так, колбаски. Нужно потроха 2 штука, сырое мясо 1 штука и чертополох 4 штуки. Нифига себе, чтобы получились колбаски. Колбаски x4 получается, здоровье 60, нифига себе, выносливость 40 на 1600 секунд. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, связочка будет. Ну что ж, тогда, в принципе, мы с вами... Ну, во-первых, соберем. Мы с вами можем, я думаю, переходить потихонечку на них. Да, мясо у нас с вами тут целый ящик. Я даже, блин, не знаю, куда мне все это дело сложить. Но я думаю, что мы с вами потом все-таки, наверное, возможно, то, что-то отдельно построим еще. Чтобы все это разместить. Супер много еще получается. Но сейчас мы можем колбаску попробовать сделать даже, кстати говоря. Чертополох у нас вроде как тоже есть. Может быть, не так много, но тем не менее. Так, и потроха имеется, да? Ну-ка, давайте. x4 получается колбаски. Недурно. Так, создадим. Сейчас даже, может быть, с собой возьмем. Во, балдеж. Вот это я понимаю, еда. Уже похоже на нормальную, да, так сказать. Так, и у нас сейчас... Давайте еще одну порцию сделаем. Стак 20 штук, кстати говоря, получается. Это можно прям 20-ку наделать. То есть из одного мяса у нас 4 колбасы получается. Блин, лучше бы чертополох был 1 на 4 мяса, потому что мяса у нас дофига. Ну ладно, ладно, нормально. Еще и потроха нужны. Так, у нас стак ровно получился. Закончились потроха. Сейчас мы с вами обратно все уберем. Так, а это куда убирать? Я даже, блин, не знаю. Здесь все подзабито так. На самом деле. Ну что ж, мы пока из дома с вами выходить не будем. Сейчас мы с вами порталы поставим. Так, у меня кубики есть эти же, да? По-моему, довольно много было даже их. Да, вот 30-ка лежит. Давайте мы возьмем с собой. Проблемов или нет проблемы? Не, проблемы нет, в общем, тут есть тоже отлично. Запасики мои, запасики, как говорится. Вот они. Пригодились нам. Так, и глаза грейдворфов. Полтинчик возьму. Ну, я, наверное, тогда отсюда тоже уберу телепорт этот. Нафиг он нам нужен. Сейчас, блин, в другом месте его ставлю все равно. Так, дайте-ка мне еще части, спасибо. И пойдем сейчас там в нашем строении уже расставлять их. Ну да, они прям хорошо сюда помещаются, вот так телепорты. Сейчас мы сразу несколько штук поставим здесь по кругу. Так, вы друг другу уже мешаться не будете, надеюсь. Ну, сильно, по крайней мере. Чуть-чуть подальше тебя выставим здесь, и будет хорошо, да? Вот, здесь у нас телепорты будут. Из них мы сами, чтобы не выпрыгивать, запрыгивать там куда-нибудь, когда нужно будет. Нифига себе, а куда ты соединился, интересно, подожди, друг. Я ж тебя никак не называл. Так, вот, 4 телепорта есть. Я думаю, нам пока этого хватит. Отлично. Они соединились между собой, что ли? Потому что без меток они соединились, видимо, с собой. Я понял вас. Хорошо. Так, ну, вот это вот, собственно, передняя будет торгашу, наверное, направлено у нас. Торговец. Я надеюсь, правильно назвал, потому что сейчас на карте тоже метки поменялись, ну, точнее, шрифт поменялся, и непонятно, блин, где с большой буквы, где не с большой буквы. Но торгаша я точно с большой буквы называл, это я помню. Поэтому можно, в принципе, проверить сейчас. Ух, ни хрена себе колбаска буст дает, вот только посмотрите, офигеть. Чух. Здесь будет неплохо здоровье. И хорошо, что она надолго, на самом деле, вкупе с морковным супом, допустим, ну и хотя бы с тем же мясом пока что, вообще прям замечательно. Так, ну куда у нас ведет? Да, с торгашом угадал, все верно, прям нормально сюда ведет, отлично. Я думаю, все-таки, наверное, лестницу уберу. Я там уже вверху ничего... Ну, если что, господи, вернем обратно. Потому что сейчас мешаться нам немножко будет. Ну, можно вот это вот так оставить пока. Все, чтобы, главное, не мешалась нам она. И все. Так, ну что ж, у нас там еще 3 телепорта есть свободных, да? А что с тобой не так? Ты какой-то как будто... А, все, понял, что с тобой не так. Ты из-за молоточка. Так, еще один у нас метка болота получается. И один я сделаю, наверное, с пометкой дом. С пометкой дом. Для того, чтобы можно было, например, сделать так. Поставить где-то телепорт. Да, где-то далеко, например, назвать этот дом. Переместиться сюда сразу. В общем-то. И потом обратно, допустим, туда. Там поставить еще один телепорт, второй разрушить и тут переназвать. Ну, что-то типа того, короче говоря. В общем, пускай пока один дом будет, и все. У нас 4 телепорта, нам больше пока не надо. Но там, если что, место у нас там еще дофига и больше имеется. Так, болото у нас там это сюда, да, если что, есть. Ну, вот как-то так получается, отлично. Ну что ж, мы вернулись на болото, в принципе, я думаю, можем пойти немножечко их поисследовать еще, а вы с чем-то найдем. А, я с собой взял, да, в общем-то, даже ключ. Оп, малинка, это мне надо. Ну, давайте смотреть, что нас там здесь ожидает. Куча, так сказать, боли и страданий, да, я так подозреваю, что еще можно с вами ожидать в болотах. Но мне нравится то, что здесь прям вплотную луга, так, знаете, прилегают, прям очень плотненько заходят в болото.
И довольно удобно. Я еще, знаете, что не сделал? Я кровать не назначил на всякий случай здесь. Хотя теперь через телепорт можно попасть хоть отсюда, хоть из дома, но так или иначе, чтобы поменьше бегать, на всякий случай, давайте установим точку здесь. Так, смотрите-ка, новые материалы мы с вами нашли, какие-то новые рецепты открылись, что-то такое, что это такое вообще? Жижа отвратительно воняет, а выглядит и того хуже. Зачем она вам вообще нужна? Вот я тоже думаю, зачем нужна нам с вами. Но, видимо, для чего-то пригодится. Так, ну что, давайте немножко вглубь, наверное, зайдем. Хотя я чувствую, что это не очень хорошая идея, честно говоря. Но ладно. Нам с вами так или иначе нужно это сделать. Что это такое? Это какой-то тотем? Я могу его разломать? Ой, как-то здесь поменялось все, знаете. А, видимо, не особо, да? Я только закапываю себя глубже еще. Мне так не хотелось бы. Вон пиявки, кстати, плавают. С которых тоже можно, видимо, всякие штуки лутать. Вон там скелеты везде тоже бегают. Так, пиявочку мне отдай, пожалуйста. Это моя пиявка. Мне там что-то далеко размахиваешь, дружище. Но скелеты здесь обычные, судя по всему. Самые. О! А вот... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, кажется, мы с вами что-то нашли. Я так понимаю, это данж, да? Это самая крипта, возможно. Там какие-то... Едерить, это что за фигня там ползает? Так, а меня кто-то заметил, да? Вас заметили. Ты личинка, что ли? Это точнее пиявка, да, это пиявка. Ладно, пиявка, ты меня так не волнуешь, как волнует эта хреновина, непонятно. Слизняк. А, ну, а, так это обычный слизняк, он просто какой-то здоровенный показался мне. Хотя дамаг-то по нему не особо проходит, честно говоря, ну так, типа, знаете. Ворон, отстань. Это же гад, еще и прыгает. Ты сгоришь, может быть, уже нет? Давай, сгори. Ну, хотя в воде не особо горишь, конечно, я понимаю. Так, ладно, я понял. Давай-ка с тобой так разберусь. Оу-оу-оу-оу-оу. Фу-фу-фу-фу-фу. Он еще и... Че? Он еще и, короче, каких-то мелких призвал. Ядрить, я что-то мне плохо совсем с этим ядом. Так, мне нужно что-то с этим делать. Сейчас я не хотел бы здесь откинуться, честно говоря. У меня есть хилочка, давайте завязаем. У меня есть противоядие, давайте завязаем. Все, вот так могу сделать. Разве что... Жесть, он еще и размножился. Мерзкий слизняк. Так, куда он прыгнул? А, вот он здесь. Все, развалился, развалился. Фуф. Жижа опять же с него упала. Так, ну ладно, будем знать. А здесь уже море, кстати говоря. Ой, там что это? Почему он горит? Это какой-то горящий драугер или кто это вообще? Так, ну мы с вами нашли какую-то штукенцию. Сейчас по нее пойдем тогда. Там какая-то башня чья-то еще. Ага, ага, судя по всему, оно. Заходим. Использовать ключ. А он нас один? А, так он постоянный. Так, все, отстаньте, жесть, там как-то страшно. Мне кажется, здесь тоже внутри сейчас будет страшно довольно-таки, да? Какие-то мухи. У нас есть баф, если что. Дрить. Тут сыровато. Куча грязного лома. Это что это? Это надо копать? Так, ну оно ломается. Оно ломается. Только с него что-то ничего не падает. Возможно, просто проход когда-то какой-то будет. Желтый гриб. Я слышу, кто-то... Еще куча грязного... А, я, кажется, понял. Это типа просто проход... Тут слизняки эти везде, едрить. Это будет неприятно. Сгустень, да? А, ну это сгустень, это не слизняк. Сгустень-то маленький. То есть он, по идее, не будет намного мелких расфигачиваться. Если мы с ним разберемся. Ладно, давайте пройдемся. Что за... Иф. А с тобой что делать? Раздербанивать, судя по всему, да? Да, это надо раздербанивать. Это, возможно, спаун слизняков такой. Так, ну здесь особо ничего нет. Только вот эти вот кучи лома, которые ни на что не разваливаются. Ну давайте, я не знаю, давайте доломаем этот, там куда-то пройдем хотя бы с вами. Так. Ни черта его еще не видать, конечно, но что поделаешь. Я слышу какие-то рыки, но, возможно, это как, так же, как и в криптах, знаете, ничего не предвещает. Просто... фантомные звуки, скажем так. Так, здрасте, еще одна комната. Ну я раздербань. Иссохшая кость. Материал. А, во! Металлолом. Старый ржавый, но если его переплавить, то еще можно использовать. Так, с одной кучи нам выпал один металлолом, а это много, интересно, или нет? Сколько из него металла получится. Если один к одному, то в принципе неплохо. Так, и здрасте, блин, что вы тут прыгаете? Сейчас я с тобой разберусь, подожди, слизняк. Ай, он меня травил тоже, зараза. О-о-о-о. Ну ладно, у меня... Я надеюсь, что я выживу. Но здесь неприятная локация с этим ядом, конечно, постоянно травит. Даже вот видите, не спасает нас антидот наш прекрасный.
Да, ну ладно. А еще прикол в том, что этот металлолом нельзя перетаскивать через телепорт. К сожалению. То есть нам с вами нужно будет либо подгонять сюда корабль потом в любом случае, чтобы забирать это, да? Ну а по-другому никак. Только так получается. Тут еще и наши друзья попадаются, драугры. Ну здрасте, ну давай. Не-не, ты не отходи. Но явно данжики побольше, чем данжи со скелетами. По вместительности, скажем так. По продолжительности, да, потому что я что-то тут копаю. Ну, я, конечно, не так далеко, потому что пока тут раскопаешь, но, в принципе, по масштабам, я думаю, больше. Что еще в другие стороны можно будет ходить. Короче, дофига так-то места. И везде кто-то где-то скрипит, кряхтит. Но я уже накопал сколько? 17 штук, в принципе, металлолома. Опять же, не знаю, надеюсь, один к одному, хотя, может быть, и нет. Но сейчас мы с вами это, так сказать, ну, не сейчас, а точнее, донесем до наших печек, это уже выясним. Довольно интересные такие вот комнатки есть здесь тоже, сундук. О, нифига, 13 штук, вау, целый стак уже. Так, деньги я забираю, стрелы, наверное, нет. И косточки мне обычно не нужны. Ну что ж, собирается на самом деле довольно бодренько металлолом. Уже вот стак с небольшим есть, я уже ушел тут, потому что перевес был у меня. Я так понимаю, наверное, ключ, ну, пускай с собой будет, не знаю, нужно мне еще пригодится или нет. Противоядие точно надо, хилки точно надо, даже вот медовуху, может быть, можно иногда, хотя она просто восполняет выносливость. Ну, в принципе, с такой едой более-менее нормально будет получаться, так что как раз-то можно и подфармить для еды всякие штуки еще интересные, какие-то и новые материалы у нас сами есть. В общем, надо фармить эти крипты, понятное дело, теперь, да, потом уже пригонять сюда кораблик. Кстати, не здесь, у нас сейчас дома находится, вот. Загружать его, у нас там 4 слота есть как раз, и увозить, уже пробовать плавить тогда, я думаю. Ну и само собой дальше мир исследовать, естественно, естественно, на корабле плавать, ходить, летать, все что угодно, телепорт ставить в интересных местах, как вот здесь, например, да. Но нам повезло, что здесь, в принципе, есть крипты, то есть, может быть, даже не одна, может быть, еще где-то будут они, так что... Пособираем, посмотрим, друзья. Ну что, на сегодня мы с вами закончим. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, жмать на колокольчики. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.